Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 дэмэдж. Здарова всем, ребят! Небольшая новость для вас интересная. Сегодня, 1 июля 2019 года, обновился пакет, который теперь называется набор Foxtrot, в рамках акции «Прямой эфир» между Twitch'ом, точнее его премиум-аккаунтом Twitch Prime, и непосредственно Wargaming'ом. Для Wargaming'а в танках доступны новые плюшечки. Эксклюзивный командир, первое, да, это... Геральт Нельсон Скотт с навыком «Шестое чувство», а также умением «Мастер на все руки» и «Ремонт». Я, ребят, чекнул в ангаре этого командира. В общем, три перка у него есть, и перк, который вы открываете, он начинает считаться вторым перком. То есть на него нужно не как на первый перк опыта, а в два раза больше. Ну, как будто бы вот эти вот три перка, они идут за один. Командир садится только на британскую нацию. Кстати, весь набор Foxtrot это полностью посвящен британской ветке, поэтому не удивляйтесь тому, что вы дальше будете тут видеть. Значит, в наградах здесь идет также новая эмблема Five O'Clock. Ну, по сути, это флаг Британии, типа эмблема. А специальная медаль Pride Britannia. Это вместо медальки Twitch, которую давали раньше. Ну, на фоне Twitch'а сделано. Из хорошего для танкистов один день премиум аккаунта танкового. Один день всего. 10 боевых задач на X5 опыта за победный бой. Выполняется на машинах со снятой звездой за первую победу. То есть сбили на любой тачке X2. И после этого следующий бой, следующая победа на этой машине будет X5. Итак, всего 10 боевых задач дается. Так что 10 боевых задач после активации Фокстрота, кстати, который можно активировать на протяжении всего июля, то есть до конца месяца. 10 боев победных после этого, ребят, со снятой X2 звездочкой катайте на танк, который прокачиваете. Также дается 5 порций пудинга с чаем, 5 больших ремкомплектов, 5 больших аптечек и 5 больших огнетушителей. Точнее, они называются правильно автоматические огнетушители. Кроме того, ребят, дается техника. Техника в аренду дается какая? Это Центурион МК-5-1 РАК. Ну, такая себе машина, в принципе, с крепкой. Обычный британец, только премиумный. Маленькая альфа, хорошее пробитие, хорошая пушка и крепкая башня. Это на 8 уровне. А также временный слот в ангаре под него и 100% экипаж. То есть он уже идет со 100% экипажем. После того, как аренда этого премиум танка закончится, отдается он на 2 недели, вы сможете выкупить его в течение 90 дней со скидкой в 15%. Также дается 6 уровень, это AS-4 Experimental. Не знаю почему, но этот танк называют очень пошлым танком. Не знаю почему, присмотритесь, может поймете. Также к нему дается временный слот в ангаре и 100% экипаж. После того, как аренда двунедельная закончится на этот танк, вы сможете при желании, опять же, выкупить его с откидкой в 30%. Кстати, для 6 уровня вот этот AS-4 Experimental вполне себе неплохая машинка. Помимо всего этого, ребят, доступны боевые задачи для набора Foxtrot. Первая задача, награда в ней это в два раза больше опыта экипажа. Выдается в случайных боях и только на танке King Tiger захваченный. И не более 3 раз в сутки на протяжении всего месяца. Важный момент. King Tiger, то есть королевский тигр захваченный, дается также в наборе Foxtrot, но он не в сам набор входит, он скорее идет как дополнение, то есть это арендный танк, который выдается вам на время, пока у вас подключен Twitch Prime. Вот пока Twitch Prime подключен, у вас в ангаре будет американский тяжелый танк 7 уровня, королевский тигр захваченный. По сути, это королевский тигр, полноценный по броне, но с стоковой пушкой 8,8 сантиметра. Вторая задача уже не на этот танк, а на любой. Это 8 универсальных фрагментов за вторую боевую задачу дается, 8 британских фрагментов чертежа, все это речь про чертежи, и марка Великобритания. 3 раза на аккаунт, не больше. Итого 24 универсальных фрагмента или 6 британских можно заработать. За третью боевую задачу дается 40
Ой, блин, господи. Марка World of Tanks. Я не знаю, что дает марка World of Tanks, но можно заработать один раз на аккаунт ее, и дают ее за 45 марок тяжелый танк, который дают как раз таки за вторую задачу. Ну и наконец, Foxtrot, финальная награда. Награда в 5 раз больше опыта экипажа. Можно получить 30 раз на аккаунт. В 5 раз больше опыта экипажа на технике, только со снятой звездой за первую победу. И должна быть марка у вас World of Tanks, чтобы это заработало. Итого 30 боев вы сможете в 5 раз больше опыта экипажа фармить на любом танке. Условие — победить в бою и попасть в топ-5 своей команды по опыту. Все очень просто. Вроде бы больше ничего здесь такого уникального нет. Действует акция с 1 по 29 июля. Напомню, что активировать Foxtrot можно в любой из этих дней. А если кто не знает, как активировать, ссылку я оставлю в описании. На нашем сайте есть инструкция. Возможно, чуть позже дополню эту инструкцию и добавлю в нее еще некоторые варианты. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.